Я, конечно, против таких высоких зарплат. Пусть бы они попробовали пожить на эти 6 тысяч гривен, как живет педагог в наше время. Заплатит коммунальные услуги и, конечно, продукты питания к себе приобретет. Ну, смысл жизни какой у нас? Существуем и все. А они живут припеваючи. Ну как это? То есть высокие такие люди, как будто, ну, зарплата такая не сумасшедшая. А у обычного населения, ну, его давят, и, ну, люди текают, реально, ну. У меня родственники в США, как бы, ну, такого нету, как бы, как у нас. Ну, понятно, что есть богатые, есть средний, есть низший класс, но люди реально выживают. Отрицательно. А чему, скажите? Ну, что, у меня пенсия 4 тысячи. Ну, а зарплата 100 тысяч, 4 тысячи, есть разница? Естественно, нет. Такие зарплаты у них не должны быть. Не настолько они умные, чтобы такие зарплаты получать. А вы спытайте, на сколько живу я? Две тысячи пенсия. 2000, если по-честному, 2190. Ось я только оплатила 3000 с гаком, только за газ. И человек лежит парализованный. Поэтому, какое может быть настроение до того Милованова, чи... как его премьер-министра, я забыла, Гончарука и т.д. и т.п. Жизнь у простых людей очень, как сказать, тяжелая. Они себе поднимают зарплату. Роблю каждый день без выходных. С 8 до 7 утра получаю 300 гривен в день. Это у меня такая зарплата. Творят, что хотят. Беспредел. Ну, я просто хочу, если бы они получили такую пенсию, как я. 2200. Вот и все. Мы знаем, что мы ходим, смотрим спинки, крылышки, все самое дешевое, все самое, ну, одни собакам покупают, другие мы. На такую пенсию, плюс еще плата за газ, за транспортировку газа, да за счетчики, за все. У нас остается ничего. Вы знаете, я, наверное, у меня нету такой гордыни. То есть, если мне не получилось стать министром, я себя только в этом виню. Мне никто не виноват. Не, даже не Путин и даже не Зеленский, я сам свою судьбу построю. То есть был бы министром, мне бы нравилась эта зарплата. Я говорю, это мне меньше всего, девушка, волнует. Меня больше волнует состояние Украины экономически на сегодняшний день, так называемые ЛЖ-реформы, которые проводились. Хвилююсь, но чтобы больше працювали они за такую зарплату.